Здарова, дорогие подписчики, по-прежнему с вами Диман, и сегодня мы продолжаем играть на One State Roleplay. Ребята, это мобильная игрушечка на Android, либо же iOS устройство, РПшечка в вашем телефоне, на которой вы можете неплохо так-то повеселиться, поиграть, навести суету или же вообще перскую езду провести. В общем-то, ребята, реально классная игрушечка, которую я вам рекомендую для скачивания по ссылочке в описании. Ну а сегодня, ребята, в этом ролике я вам расскажу о новых промокодах, которые появились на проекте, промокоды на донат валюту, а также, ребята, откроем просто кучу новых классных кейсов, которые в любом случае могут дать нам очень жирные тачки, как и в прошлый раз, а именно вот эту Porsche. Поэтому, ребята, досматривайте ролик до конца, серия будет очень интересной и классной. Ну и давайте-ка начнем с промокода. Как же ввести мой промокод, который, ребята, даст вам 2000 донат валюты? Вы можете вот тут вот это сделать через, получается, этот тикет, либо вообще выйти в главное меню. Так, это мы все позакрываем. Вот сюда нажать, ввести промокод, и вы должны ввести мой промокод. Вот такой вот получается, ребята, Федоров. Нажать вот и нажать получить. И как мы видим, у нас появляется 2000 донат валют. Ребята, тут всего лишь будет 100 водов, поэтому обязательно поспешите. И, в принципе, сможете залутать 2000 донат валюты. А потом уже будут денежные вознаграждения в виде вроде 10 или 100 тысяч игровой валюты. Поэтому, ребята, это очень важно. Ну а теперь, ребята, так как у нас появилось 2059 рублей, как я уже говорил, мы откроем кейсы. Ну и, что самое главное, испытаем удачу. И, кстати, досмотрите ролик до конца. В конце я дам еще несколько промо на бабки, ребята, реально на бабки, которые вы, конечно же, сможете использовать. Так, открыть кейс, давайте-ка смотреть, что нам выпадет. Я напомню, что здесь мы собираем компоненты машины. Это что такое вообще? 500 тысяч было бы поприятнее, денежный дождь. Что это значит? А это, я так полагаю, какая-то анимка. Так, окей, мы в любом случае откроем кейсы и заберем еще приятные плюшки. Поэтому, ребят, давайте-ка вместе с вами, во-первых, забираем бесплатные бабки. Затем мы открываем тюнинг-кейсы. Это абсолютно бесплатные кейсы, которые имеются на проекте, которые даются ежедневно каждому из вас, друзья мои. Так, и это у нас двигатель, точнее коробка. Так, топ-кейсы, открываем топовый кейс. Смотрим, что выпадет там, и, ребята, сегодня мы будем открывать лимитированные дорогие гущие кейсы, которые именно за бабки. Ну, вы, в принципе, тоже можете их вести, точнее, открыть, когда введете мой промокодик. Так, здесь у нас есть бесплатный кейс. Ребята, все это дается вам абсолютно бесплатно, как и мне, если вы ежедневно заходите на проект. То есть, реально, вы можете лутать халявные бабки. Так, окей, все, мы позакрывали, все, мы пооткрывали. Теперь давайте-ка смотреть. Во-первых, скины я не хочу. Вот у нас есть новые прикольные такие скины. Кейс. Так, открыть до гарантированной эпической награды 7 штук еще, да, нам явно не хватит здесь. Давайте, ребят, попробуем, реально попробуем открыть вот за 589 один кейс. Посмотрим, что отсюда выпадет. Давай, 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 да, 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 нет же ты! Ну ты куда? Ну надо было машину мне давать. Ну, окей. Давайте попробуем открыть. Вообще, что здесь есть? Давайте-ка глянем подробнее. Тут, на самом деле, ну, кстати, ну такое себе, честно сказать. Прям честно так сказать, то есть я бы, наверное, еще бы вот этот попробовал бы разок открыть, а ну-ка. Ну, здесь вроде как побольше интересных машин, хотя то же самое. Кстати, а если вот здесь, ребята, а здесь вот эксклюзивные Бугатти есть, это то, что нам интересно, кстати говоря, давайте-ка пробовать. Ну давай, ну давай, ну давай, ну давай, ну куда ты мне нахрен скин этот даешь, мне 300 лет не нужен. Так, обменять на валюту или на опыт? Давайте-ка на валюту лучше обменяем. Опыта и так достаточно. 681 рубль. То есть, получается, мы, ребята, сможем открыть лишь только вот этот вот кейс в очередной раз. И попробуем испытать удачу. Ну, давай, 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 тормози. Каких 3 дня премиума? Ты о чем вообще? Да, ребята, 92 рубля по итогу остается. По сути, у вас будет возможность открыть эпический кейс, элегантный кейс и вот этот вот райдерский кейс, грубо говоря, которые могут дать вам, конечно же, крутые тачки. Напишите в комментариях, что он вам выдал. Ну а мы отправляемся открывать самый большой тюнинг кейсы, которые являются очень дорогими. Мне падает шлак, ты издеваешься? Какой нафиг подвеска? О чем вообще речь? Ты можешь мне нормально рандом, сука? Дай тачку. Хотел я сказать ранее, но мне выпадают колеса. Ладно, тут мы тачку-то не получим в любом случае. Ну хотя бы какие-то эксклюзивные, там фиолетовые, дай мне детали.
Понимаю. Короче, ребята, я открываю поздней ночью, поэтому я вам не рекомендую открывать ночью. Открывайте утром, быть может, тогда шансов будет больше. Ты на приколе вообще, посмотри, что он мне насыпал. Ты просто посмотри, что он мне насыпал. Так, а сколько у меня вообще кейсов таких? 10 штук, что ли? Это будет, конечно, здорово богато. Да ты прикалываешься, мне серое кидает! Ты чё? Ты чё творишь вообще? О чём? Как можно такое давать? Так, задание получить, зайти в игру. Ема, мы тут налутаем на самом деле очень много всякого нужного по опыту, по бабкам, по всему прочему. Так, и вот этот заработайте, там что-то мы заработали еще. Кстати, мы все забираем, ребят. Ореховая паста, классика. Здесь у нас бабки и канистра, а здесь у нас 1500 рублей. И что вообще здесь? Я впервые его вообще открываю. 4-5 тысячи долларов и экспишечка. Но тоже неплохо. Так, обучение, тут у нас все пройдено. Так, окей, идем испытывать удачу, ребята. Как я и говорил, так как мы открываем, получается, кейс, у нас будет возможность еще прокрутить колесо удачи. У нас есть 25 фрагментов, нужно собрать 75, ребята, чтобы... забрать эту тачку. Там что-то кто-то рядом. Блин, фрагмент один. Ты серьезно? Слабенько. Кто-то что-то подкрасил, видимо. Тачку мне там что-то испоганили. И выпадает мне один день премиума. Не, ребята, сегодня рандом. Вечером прям вообще не выдает. Вот серьезно, потратили 2000. По итогу мало что выбили. Так, там на стене что-то красили. Ну что, ребята, могу сказать то, что нам не выпали какие-то просто невероятные ништячки для того, чтобы прокачать Porsche. Нам чуть-чуть вроде оставалось для прокачки. Да, для того, чтобы поставить просто нереальные обвесы. Давайте мы проверим, да, поедем, посмотрим. Может быть, что-то реальное мы можем скрафтить. Вот, потому что все серые детали мы можем превратить в зеленые вроде как. И поставить их на машину. Ну и таким образом, возможно, поставим сегодня какие-нибудь обвесы. Так, идем в гараж, попробуем что-то интересненькое скрафтить. Вопросы, ага, да мне не хватит на самом деле, видимо, ничего, да? К сожалению, да, действительно, мне ничего абсолютно не хватает, потому что все детали, ну, такие себе. Так, а здесь, ну, здесь то же самое, так полагаю. Да, ребят, таким образом вы можете собирать 3 детали, получать деталь лучшего класса, кстати, а вот это уже, ага, ну, нет, к сожалению, не идет. К сожалению, не подходит. Ладно, металлом, кстати, что еще металлом у меня есть? Ха, интересности. А, мы можем все это продать и заработать прибыль, но это тоже неинтересно, лучше потом крафтить и устанавливать детали. Ну, ребята, к сожалению, мы ничего не поставили. Чем больше у вас крутых деталей, тем выше репутация машины, и значит, мы можем поставить какие-то топовые детали. Ну, а на этом мы будем заканчивать, ребята, ролик. И, как я и говорил, под конец я дам вам еще парочку новеньких промо. Это, во-первых, апдейт 0.36. Данный промо дает деньги. Далее, ребята, введите обязательно промокод такой, как Саймон. Потом введите промокод такой, как Дэнни. И введите такой промокод, как Фермер. И такие промики вам дадут еще и бабки, ребята. Пишите в комментариях, кому выпал донат, кто успел первую сотню. А я на этом прощаюсь. Хорошего настроения, удачи всем, пока-пока.